В 2013 году Видновский родильный дом получил статус перинатального центра и сегодня отметил первый юбилей – десятилетие. За эти годы в стенах учреждения на свет появились более 60 тысяч детей, причем 4700 родились раньше срока и были выхожены сотрудниками центра. На нашей базе работают более 6 кафедр различных университетов Москвы. И мы готовим для работы акушеров-гинекологов, неонатологов, анестезиологов-реаниматологов. И это круто. На торжественном мероприятии присутствовали почетные гости, сотрудники перинатального центра и, конечно же, дети, родившиеся здесь. Женщины благодарны врачам и всему персоналу за успешно проведенные в прошлом роды. Многие из них планируют вернуться сюда уже в ближайшее время. Это счастье, радость в нашем доме, это долгожданный ребенок. От вторых родов, естественно, жду повторения первых. Пусть все пройдет у нас прекрасно, мы переживаем, волнуемся, конечно, но я доверяю докторам и верю, что все пройдет замечательно. Главный настрой. Собравшихся с праздником поздравил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапонюк. Он наградил лучших сотрудников центра за их многолетний добросовестный труд. Стоит отметить, что благодаря работе коллектива в учреждении внедрены самые современные здоровьесберегающие технологии. Этот центр является одним из ключевых учреждений родовспоможения Подмосковья, который реализует комплексную программу, она сложная, из множества мероприятий, направленных на выхаживание детей с очень низкой и экстремально низкой массой тела. Это особая категория новорожденных, это особые знания, это особые навыки и особая ответственность медицинского персонала. От лица главы Ленинского городского округа Алексея Спасского теплые слова в адрес юбиляров произнесла его заместитель Татьяна Квасникова. Примите слова благодарности за вашу верность избранному делу, внимательное, чуткое и доброжелательное отношение к своим пациентам, здоровье, благополучие, уверенности в завтрашнем дне и новых достижений. Помимо чествований и награждений, гостей праздника поздравляли выпускники перинатального центра, ребята, родившиеся в период с 2013 года. Они читали стихи собственного сочинения и выступали с песнями и танцами. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Максим Константинов, Видное ТВ.